Сезон закрыли, остановки общественного транспорта у важного социального объекта не появилось. В этом году в Сургуте установили 31 павильон. На это потратили более 6 миллионов рублей. Последнюю остановку поставили в середине октября у Дворца искусств «Нефтяник». Однако пустующих мест в Сургуте осталось еще около 20. Одно из них в 23-м микрорайоне. Журналистам телеканала «Сургут-24» за помощью обратились местные жители. Они обеспокоены тем, что павильон для ожидания общественного транспорта у детской поликлиники номер 2 на проспекте Комсомольском так и не появился. Я по телевизору послушала, что у нас в городе установлены остановки. И на этот год количество установок все больше не будут устанавливаться. При этом я увидела, что напротив моего дома есть остановка, которая так и называется, детская поликлиника. Здесь приезжают мамочки с детками, которые, я понимаю, раз они приезжают в поликлинику, не очень здоровы или даже подлечились и выходят, и им приходится стоять вот на этой остановке, которую совершенно убрали, а делать пока не собирается. Почему места для остановок зимой пустуют? Можно ли как-то повлиять на ситуацию? И появится ли такой павильон, спасающий от непогоды возле детской поликлиники? Об этом, а также о планах Департамента городского хозяйства на 2020 год расскажем в итоговой программе «Новости главное». Не пропустите в эти выходные.